координаты возможного местонахождения Аль-Асада в столице. Первый батальон уже в пути. Данные свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится боеголовка. На место... Приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Пират, говорит палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат из МК-19. Говорит центр. Вражеская бронетехника в пальмовой роще к западу от реки. Мы попали под обстрел. Гранатометчики на крыше. Батарея на крыше. Противник с гранатометами. Одиночка 2-7. Переводим Абрамсы на фронт. Пират, говорит центр. Половину десантной группы оставляйте здесь. Остальных переправьте на 2 километра на запад. Группы эвакуации и авангард нужны нам в городе. Вперед! Вперед! Быть начеку! Пошевеливайся! Вас понял, центр. Пират 2-5 в пути. Внимание! Одна из наших разведгрупп попала в окружение. Им нужна наша помощь. Пират, говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Передавая группу по окружению в зоне высокой радиоактивности. Они отметили себя зеленой дымовой шашкой. Вас понял, виден цель, конец связи. Местоположение союзников! Давайте спасем наших парней и уберемся отсюда к чертовой матери! Минатный огонь! Внимание! В зоне посадки опасно. Вернемся через 3 минуты. Союзники выпустили зеленую дымовую ракету! Они на 2-м этаже! Надо вывести парней оттуда! Шевелитесь! Союзники на 2-м этаже! Повторяю, мы на 2-м этаже! Так это вы нас должны отсюда собрать! Задание выполнено, капитан! Уходим, пока они не перебирают! Пират, говорит палач, заправилась, готова к бою. Ну как, мальчики, соскучились? Прием. Хорошо, центр. Конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. Меня попали! Меня попали! Хвостовой винт... Джексон! Переходи на МК-19! Пират, внимание! У нас опасная ситуация. Прием. Хорошо, центр. Конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. Меня попали! Меня попали! Хвостовой винт поврежден! Говорит палач. Терплю бедствие. Терпим бедствие. Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Вас понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Теперь ваша очередь. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите, доложите обстановку. Прием. Я здесь! Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Джексон, вытаскивай ее оттуда и возвращайся к зоне посадки! Быстро! Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! тебе! Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Джексон! Вытаскивай ее оттуда и возвращайся к зоне посадки! Быстро! Отправляйся к Синайту! Мы их задержим! Живее! Лейтенант Васкин говорит «Пират 2-5». Самое время убираться отсюда к чертовой матери. «Пират», говорит центр. Опасность ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших распоряжений. Вас понял! Уже в пути! Вперед! Вперед! Дамы и господа, говорит ваш капитан, скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Команда по ликвидации.